Привет, меня зовут Макс, это ленивый канал, и сегодня у нас обзор на джип с противотанковой пушкой от Сулбан. Это один из четырех завершающих второй сезон обзоров. После этого обзоры либо прекратятся на долгое время, либо будут продолжаться, но не так часто, по объективным причинам. Итак, что мы видим? Здесь джип весьма прикольный, мы сравним его с тем, что был в советской серии. И небольшая пушка, которая очень напоминает ту, что была в наборе с итальянцами. Хорошая ли она? Ну, даже сразу могу сказать, что пушка очень простецкая. У меня уже есть идея, как ее модифицировать. Что ж, давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Как всегда, у Сулбан не самая качественная упаковка с точки зрения адекватности открытия. Но с этим мы ничего не попишем. Итак, у нас внутри один пакет. Больше ничего. Положим в сторону. Открываем сам пакет. Смотрим на составляющие. Итак, один пакет с деталями. Еще один пакет с деталями. Без нумерации. Набор с наклейками. Точнее, наклейки. И инструкция в классическом для малых наборов Сулбан формате. В формате такого плаката. Хорошо ли это? Меня это несколько раздражает, но... С другой стороны, это экономит ваши и наши деньги. Что ж, приступим потихоньку к сборке, а затем сделаем вывод по модельке. Сборка закончена. В этом видео не будет исторической справки, потому что рассказывать не так уж и много. У нас есть знаменитый Виллис. И да, в советском наборе не был этот джип. Был все-таки немножко другой джип, советский. Я перепутал. И это хорошая детализированная модель, посмотрите, он выглядит очень хорошо, здесь есть что поставить в случае необходимости, с ним можно поиграть, он достаточно крепкий, он достаточно детализированный, это прекрасная моделька. Если рассказывать о бывалой истории, можно рассказывать часами, но в этом нет особого смысла, потому что именно прям очень уж интересных моментов в этой истории не так много. Это именно что хороший джип, который применялся в том числе и после Второй мировой войны. А вот это вот пушка М3. Ух. Понимаете, в чем проблема? Вот эта маленькая 37-миллиметровая пушка в целом выглядит нормальной такой пушкой начального этапа войны. Вот только проблема. Но против японцев она и правда применялась успешно. Но она применялась на европейском театре военных действий. И как вы можете догадаться, 37-миллиметровая пушка против танков Вермахта, тигров, пантер, да даже поздних пазиков была уже недостаточно мощной. Надо сказать, что к тому времени, допустим, у Советского Союза была длинноствольная 45-ка, которая хоть как-то, но справлялась с вражескими бронецелями. И эта же пушка не годилась никуда, даже десантные подразделения ее не брали. Но, собственно говоря, было почему. Это смешное орудие. Сама же моделька, ну что ж я могу сказать о ней. Она выглядит весьма симпатично, несмотря на мой скепсис, будучи собранной, она выглядит хорошо. Но вот что меня смущает. Вы помните все раньше, как крепились эти пушки к танкам и прочим? Это было интересно и здорово. А здесь же просто два штыря, два отверстия. Вставить. Все. Нет, это работает, но давайте честно. Раньше крепление подобных вещей было куда как интереснее и... более комплексно, что ли. Те же немецкие гаубицы к Зондеркрафтзойгу крепились просто прекрасно. Но в целом не вижу смысла особо негативить на этот счет. Это все равно хороший набор, который поможет вам, допустим, устроить интересную битву, если вдруг вы хотите с ним поиграть, либо просто стать частью диорамы. Хоть пушки не широко применялись на европейском театре, очень быстро были забыты, вы можете спокойно применять их против итальянских танков в итальянской кампании, ну, в африканской кампании, естественно. Что ж, на этом с обзором все. Это был коротенький обзор. Сейчас коротко по планам. Осталось всего лишь три набора. Это Штук, это Першинг и это выставка в Нормандии. Естественно, я их буду делать. Но, скорее всего, на следующей неделе и, собственно говоря, на неделе после нее времени на это не будет. Я очень постараюсь, но сомнительно. Так что с большой долей вероятности увидите эти обзоры примерно в конце этого месяца. Также в конце месяца будет розыгрыш, который я все-таки проведу.
Помимо этого будут выходить все так же видео по Enlisted, ну, может быть, еще что-нибудь. Хотя я не уверен. На этом все. С вами был Макс, Нивы канал. До встречи в новых видео. Пока.